Здравствуйте, коллеги! Нам осталось совсем немного для того, чтобы завершить всю процедуру выпуска электронного ключа. Давайте рассмотрим один из последних этапов – установку сертификата ключа. Как только ваш сертификат будет выпущен удостоверяющим центром, вам придет электронное уведомление. Сохраните присланное в письме вложение. Оно потребуется вам в дальнейшем для экспорта сертификата на биржу. Для установки сертификата необходимо зайти в личный кабинет по указанному на экране адресу, выбрать ссылку «Вход в личный кабинет», ввести ранее созданный логин и пароль и нажать на кнопку «Выполнить вход». Далее, слева в разделе «Запросы» выбрать рубрику «Изготовление» и нажать на ссылку «Установить». В появившемся окне «Подтверждение доступа в интернет» нажать на кнопку «Да». Для установки сертификата нажимаем на кнопку «Установить сертификат». В появившемся окне вводим пин-код. В случае появления окна «Импорт сертификата e-токен» нажмите «Cancel». Затем нажимаем «Подтвердить установку» и «Окей». Сертификат считается успешно установленным.